стенах Дальневосточного федерального университета отметили День студента. Гостей праздника ждали творческие номера университетских коллективов, а также разнообразные активности. Торжество посетил и губернатор Приморского края. Вы полноценные будущие хозяева этой жизни. Люди целеустремленные, обогащенные знаниями в стенах этого университета, с большим задором и с хорошими перспективами. Безусловно, от каждого из вас зависит, как состоится ваша судьба, но у вас есть все. У вас есть желание, есть силы, есть здоровье, есть та энергия кипучая, которая в состоянии преодолеть любые преграды. Не бойтесь их преодолевать, не бойтесь идти вперед, не бойтесь осуществлять самые заветные мечты. Во время своего выступления Олег Кожемяка напомнил, что в крае создаются все условия, чтобы молодые специалисты развивали регион и оставались здесь жить. Вы часть нашего Приморья. Живите здесь, оставайтесь, работайте, совершенствуйте себя. Хочу пожелать вам удачи, успехов в будущих свершениях на благо нашего края, на благо нашей страны. В торжественной обстановке глава региона вручил знак «Доброволец Приморского края» Елизавете Ивановой, а также благодарственные письма губернатора Приморья коллективам общественных и творческих студенческих организаций и отличившимся сотрудникам университета. Напомню, в Приморском крае обучается 89 тысяч студентов, 42 тысячи ребят учатся в высших учебных заведениях и 47 тысяч в колледжах. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.